тысячи лет человек использовал лошадей как самое надежное и быстрое средство передвижения. И только чуть больше 100 лет использует транспортное средство машины. Поменяем железных коней на настоящих. И как наши далекие предки, пустимся в настоящее 30-километровое путешествие по горным склонам Демерджи. Площадь горного массива Демерджи составляет 47 квадратных километров, что немногим больше, чем горная плата Чатрадага. В отличие от тренировочной езды, 8-часовой поход значительно сложнее и требует наличия соответствующих отработанных навыков. Первая часть пути – это в основном подъем в гору, который также изобилует и спусками при преодолении горных балок. На пути могут встречаться заросли шиповника, колючие ежевики, что требует хорошего навыка управления лошадью. Через час, преодолев 200-метровый подъем, мы попадаем в буковый лес, где у нас предусмотрена первая стоянка. Сахар любит? Иногда деревья просто поражают своими гигантскими размерами и даже не столько высотой, хотя высота их будет не менее 25 метров, сколько диаметром стволов в 5-6 обхватов. Вот этому буку даже навскидку можно дать больше лет, чем его 500-летнему брату на Джорджуре, хотя бы потому, что он выше и толще. Рядом с нашей стоянкой находится горный родник, где можно напиться холодной и кристально чистой воды. Из-за давления в естественном подземном накопителе вода в роднике бьет фонтанчиком. А кто Илья Муромец? Я. Вон, два Илья Муромца сразу. Один Илья Муромец. Да. Ты же войско какое-то. И вот мы снова в пути. Мы направляемся в одно из самых красивых мест Демерджи-Елла, водопад Джурла. Ехать до водопада примерно полтора часа, если не считать второй и третьей запланированных стоянок. Первая стоянка у холодного озера, а вторая непосредственно у водопада Джурла на туристической стоянке, где мы слегка перекусим и для желающих купание в родниковой воде водопада Джурла. Наш маршрут пролегает по древней дороге, которой по некоторым оценкам более 1000 лет, которая является частью легендарной дороги, именуемой Великий Шелковый Путь. Выехав из буковой рощи, перед тобой открывается такая ширь, что просто захватывает дух. Холодное озеро, скорее всего, больше напоминает заросший кустарником прудик. Вода в нем чистая и не такая уж холодная, как утверждает название озера. Но купаться в нем мы все же не стали, да и стоянка возле него запланирована недолгая. Пожалуй, водопад Джурла является самым маленьким водопадиком в Крыму. Но по красоте окружающей его природы, пожалуй, не сравнится никто. Здесь есть и речка, и лес, есть и живописнейшие горы, прозванные Юркиными скалами. Есть и холмы, и равнины, а по количеству ароматических лекарственных трав, пожалуй, не сравнится никто. Весь воздух буквально благоухает запахами дикой мяты, душицы, чабреца.
водопад Журла. Сейчас на водопад придем. Вода в водопаде Джурла родниковая и берет свое начало из десятков маленьких и больших источников высоко в горах. Вода, протекая по ручейкам среди гор, успевает немного прогреться, но все же остается слегка прохладной. Я пошел переодеваться. Холодная, Саш? Да. Давай, попытка, первая попытка. Да, холодно. Тебе не на море купаться. Пока никто не решился первое купаться. Полностью окунуться надо. О, есть. Двое уже искупались. На джуджурике я игрался тут. Пробыв на водопаде чуть меньше запланированного, в связи с переменной погодой, издалека на нас двигался грозовой фронт, мы начали готовиться к последней, самой трудной части конного перехода. Нам предстоял длительный и долгий спуск с горы. Грохот слышал? Мы движемся по дороге, пролегающей по склону горы, а от вида, открывающегося слева от нас, просто захватывает дух. Во время преодоления трудных участков дороги, как говорят опытные наездники, лошадью вообще не следует управлять, ибо этим ты ей будешь только мешать. Лошадь – очень умное животное и выбирает путь по особо трудным участкам дороги в соответствии со своими возможностями, опытом и видением дороги и препятствий, которые она неоднократно преодолевала. Видел. Олег, приготовься тормозить. В голове постоянно одна и та же мысль. Успеем или не успеем доехать до базы до начала дождя. Кросик нас не застал. Ну вот, там идет вовсю. Ветер сильнее и сильнее. Мы приехали, наконец-то начался небольшой дождик. А вот Четвердак мучит конкретно.